Всем привет! Сегодня у меня видео про новую орхидею. Она стоит еще в упаковке. Она не только новокупленная, но она в принципе для меня новая орхидея. Сейчас я достану из упаковки. Стараюсь не доставать сразу из упаковки вновь принесенные домой орхидеи. И даже не из-за вредителей, точнее не только из-за вредителей, но и виолацею я первый же день поспешила, достала из упаковки. Она у меня засушила бутоны и скинула несколько цветов. Совпадение возможно, но больше так делать не буду. Упаковку я сняла. Сейчас мы ее немножко рассмотрим и расскажу мои действия после покупки любой орхидеи. Кора здесь мелкая, но хороший грунт, я считаю, очень хороший. Корней предостаточно. Она сухая, но не засушенная. Такая розеточка. Открываются бутоны. Два цветоноса невысоких. Мы сейчас о размерах поговорим. Сначала расскажу, что я делаю в первую очередь. Зеленое мыло. Я его покупаю постоянно. Им я протираю листики, смачиваю в растворе спонжики и протираю листики. Это как профилактика от вредителей. Хотя даже вот при осмотре видно, что вроде все хорошо, но мы знаем, расслабляться нельзя. С вредителями надо быть начеку. Всегда тоже покупаю эпин или циркон. Аптечки у меня чего-чего, а этого всегда предостаточно. Развожу и то же самое листики именно протираю. Брызгать боюсь, хотя нет-нет, да и брызгаю. Горшочек прям легкий, надо полить. Опять же, про полив. На камеру этого делать не буду, потому что одной рукой все это снимаю. Поливаю вот такой медицинской грушей. Проливаю прям по краю, по самому-самому краешку. Потому что на 99,9% уверена, что там есть торфяной стаканчик. Поливаю по краю. Водичка стекает у нас в поддончик. В поддончике она так стоит. И орхидея снизу потихонечку эту водичку допивает. Это по действиям после того, как я сняла упаковку. Сейчас мы ее будем уже детально рассматривать. Я перенесла орхидею на кухню. Здесь полностью дневной солнечный свет. До этого снимала в ванной. Я очень хочу вам передать прелесть самой расцветки. Эта орхидея не крупная. Я ее вижу впервые. Для меня это было открытием. Садовник делает, естественно, фото, но по фото не определишь, крупный цветочек или не очень. Так было не единожды. Эту орхидею привезли в Экофлоре. Это наш любимый магазин в Омске. Магазин, где мы заказываем сами то, что нам нужно из орхидей.
Мультифлора. Бутонов много. Это конкретное без ответвлений, но вообще было много орхидей, у которых сильно-сильно разветвленные были цветоносы. Покрутила, повертела. В итоге, смотрите, размер, вот линейка 20 сантиметров, размер цветоноса. Так, сейчас поставлю, вот. Получается чуть выше 20 сантиметров. Невысокая, компактная. При нашей нехватке места это очень даже большой плюс. Не знаю, видно или нет. Я, наверное, еще попытаюсь со вспышкой снять ее. Рисунок на каждом цветочке, он разный. Казалось бы, они все вот как один похожи, но нет. Цветочки не крупные, 6 сантиметров. Мультифлора, мы это понимаем. Ну и сейчас попробую еще со вспышкой снять. Давайте попробуем рассмотреть еще со вспышкой. Бутончики открываются. Она, конечно, пить хочет. Я ее сейчас попою. Вот видите, рисунок у всех, в принципе, разный. На цветочках. Возможно, для кого-то это уже орхидея, пройденный этап, но у нас первый раз Юля нам предложила, мы не успели среагировать, как их тут же разобрали. Второй раз я уже была на готове, только Юля предложила, я сказала, заказывай. Потому что в чате мы уже обсудили, она нам нужна. Кстати, о мечи, кто хочет присоединиться, у нас чат в WhatsApp. Мы вместе сообщаем, делаем заказы. Вчера за 3 секунды мы набрали на 4 палетки башмаков, желающих. Потому что к нам присоединились еще и новосибирцы. Туда ходит машина, каждый завоз в Экофлору. И плюс Казахстан, Петропавловск и Павлодар. Если кто хочет. Почему-то мне показалось без вспышки, что на листочках есть полоски. Ну вот, разглядели мы орхидею. Вот так я ее поставила в кашпо. Сейчас я ее буду поить. Надеюсь, что цвет вам передала. Рассказала, 6 сантиметров. Цветочки, цветонос невысокий. И принесла еще одну орхидею. Тоже для меня новинка. Она пахнет. Я сейчас ее пронесла мимо себя и слышу прекрасный запах. Это бронзовая Будда. Впервые ее вижу. Кручу-верчу. Живет она у меня, наверное, 2 недели. Необыкновенной красоты орхидея. Сейчас вспышка. Так, вот цвет и добавила. Наверное, так даже больше похоже. В общем, кто желает приобретать с нами вместе какие-то редкие орхидеи, которые не зайти и не купить в сетевом магазине, присоединяйтесь. Ну и вот похвастала новинками, рассказала, что могла, все показала. Побольше вам новых редких орхидей. С вами не прощаюсь, до новых встреч. Пока-пока.